Друзья, всем привет! Накануне праздников мы начинаем отмывать посуду, чтобы она была без всяких пятен. И самое главное, чтобы не было налета серого. Как этого добиться, я покажу в этом видео. Все просто, быстро. И сделаем самодельный спрей для мытья посуды, который отмывает ее от всех загрязнений. И большой плюс то, что дает блеск. Для того, чтобы приготовить это средство, понадобится не более 1 минуты. Да к тому же оно дешевле, чем магазинное. И этим средством можно перемыть всю имеющуюся стеклянную посуду и все столовые приборы. Так, нам понадобится пищевая сода, лимонная кислота, яблочный уксус и вода. Я уже все перемыла, вот то, что я вам показала, это осталось, есть еще немного. И на это количество мне понадобится 250 мл воды. Туда добавляю пищевую соду, 1 столовую ложку. Буду делать сразу в этом стакане, а потом перелью в удобный пульверизатор. 1 столовая ложка яблочного уксуса. Получается небольшая газировка. И сюда добавляю, это у меня 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. Все. Осталось тщательно перемешать. Можно, конечно, перелить в посуду, можно в пульверизатор. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Беру губку, средство. Несколько нажатий, чтобы губка стала влажной. Посуда скрипит. Так и должно быть. Как скрипит, так и будет блестеть. Как мне нравится этот звук. Почему мылится? Потому что у меня губка была пропитана каким-то моющим средством для посуды. Ну, это даже плюс. Покажу на примере. Вот такая кружка. Можно прям сюда капнуть чуть-чуть. Друзья, вся посуда блестит прямо, знаете, до скрипа. Вы, наверное, догадываетесь. Напишите, пожалуйста, под видео, как вы потом полируете стеклянную посуду, хрусталь и так далее. Потому что для меня это какая-то, ну, проблема, что ли. Не знаю. Мыть я все отмою, все будет блестеть, но все равно остаются капли. И нужно же чем-то полировать ее, чтобы на стол поставить красивую, звенящую, можно так сказать. Напишите, как это делаете вы. Ну, а насчет средства у меня ушло всего несколько нажатий. Здесь больше половины. Хватит надолго.
я ставлю здесь, около раковины, и пользуюсь. Друзья, напишите, пожалуйста, что вы думаете насчет этого совета. До следующей встречи. Всем пока-пока.